Вот я вырезала мою куколку. Модняшка, да, получилась? В модных сапожках. Да. Это джинсы вот такие. Ладно, примерим сначала кофточку. Я буду на ней мерить, проверять, подошло мне или нет. Сейчас я вам буду показывать. Вот моя кофточка. Думаю, она подходит. Да, как раз ей. Но то у меня была маленькая. Давайте теперь ночнушка такая. На разными, потому что я сделала так. Ну, тоже отлично. А то она была очень большая. Но это сделаю. Да, продолжаю делать свой домик. Сейчас я вам покажу его. Вот, вот такой домик. Тут у меня кроватка. Да, вот. Вот тут у меня спал моя куколка. Поломалась? Голова оторвалась? Голова оторвалась. Так ее можно заклеить, а знаешь как? Не, я новую сделаю. Да. Получше немножечко. Лялюшечка, в больницу отвези ее. Ага. А там что, подружки ее? Да. А у меня это как картоновая такая. Вот у нее Эльза, такая куколка, Мерида. И все, наверное, догадались, это русалочка, Ариэль. Вот. Моя куколка вот здесь, вот нужно Мериду. Она здесь спать. Тут есть такое, и скачет приложечко. Что? Ага. Одеялка, да? Да. И сюда засовываем одеялка, она держится. Тут есть шифонерчик. Вот моя куколка так одета. И у меня тут есть платьюшко на нее. А как мне это убрать? Она вот так вот одевалась на нее, вот закрепочки и держалась. Что? Каролин, не отвлекай нас. Да. Такое платьюшко. Откроем дальше. Кофточка такая синенькая. Юбочка. Да, кофточки. И вот такая вот ночнушка, чтобы спать ночью. Подходит под одеялко. Вот такие ее любимые цвета все. Ну, шифонер, конечно, классный у тебя получился. Да. Дальше выходим через эту дверь. Тут у меня ванна. Забудем еду взять. И ложим в ванну. Или так, девочку. Королю, сделай тише, пожалуйста. Мне тут капает. Ты нам немножко мешаешь. Ложи, иди, прости, все. Да. Так, ванна, дай душ. Да, ты что, вот прям лежим? Или вот так. Можно вообще ножки высадить тут. Хотя не очень далеко высадить. Вот она. Ясно. Да, тут умывальник, она не достанет, но моя куколка достанет. Да, она бы достала. Вот так. И тут холодильник. А почему пусто в холодильнике? Не знаю, тут это мороженое. Это я только делала. Я не знаю, где моя еда, Каролина, тут лежит еда. Это что, сосиска золотая, Каролина сделала, хлебушек и мороженки. Где-то вся еда пропала. Так, холодильник пустоват, надо пополнить. Да. Пополни еду, часики тут. Ну, и дальше мы будем все делать. Вот. Понятненько. Сейчас мы начнем наше делать, и я думаю, что сначала мы сделаем нашу куколку. Я тут делаю из этого закладки, ведь мне задней страницы не надо. Начинаю с этой ручкой, потому что моя куколка началась ручка. Фломастер у меня прижался, там черный фломастер, и мне не удобно так рисовать. Вот такая вот головка будет. Вот. Мои глаза любимые, это вот такие вот. Или такие вот глаза, или вот такие вот. Ну, рисуй, рисуй. Я выберу вот эти.
Я так умно подумает. У меня проблемы с косами. Нормально, вот такие вот коса. Дорогие такие мои. Носик. И ротик. Зеленого цвета. Не забыла нарисовать цвета глазок. Вот. Такая вот девочка получается. Осталось только причесочка. Я делаю ее короткая. Вот, видите. Когда я рисовала, у меня так получилось, что руки из-за этого не может подниматься, и я не могу одевать ей одежду. Я делаю специально короткие волосы. Вот такие вот волосы коротенькие. Да. Ну и получилась красоточка. Хорошо, тоже фиолетовым. Возьму вот этот. А там туловище влезет у тебя? Где? Влезет. Ну, вот так будет у меня. Что ты? А ты что там красишь? Лицо замалювало все. Нет, это мое лицо. Это ее лицо. Твое лицо? А почему оно такое черное? Я так поставила, и оно так сделалось. Да? Я сфоткала себя. Понятно. Вот так. А такие вот разные цветы, и волосы его будут. И фиолетовым до конца. Все. Вот такие вот волосики у меня. Симпатичная мордашечка получилась. Да-да. На ней одежда налезет. Бабушка, смотри. Угу. Каляки-маляки нарисовала какие-то? Вообще-то нет. Вообще-то нет? Это игра. Понятно. И у меня как раз перестала писать ручка. Как раз. Да. Ой, я не люблю рисовать пальцы. Так поверни ее к себе, тебе же так неудобно рисовать. Зачем ты ко мне повернула? Боком рисуешь. Чтоб я снимала, потом могу снять красотку твою. Вот тут такое будет. Это я заранее рисую. Последние струсики ножки. Ничего страшного, радные, ведь не будет. Юбочка. Ну, один так же, как и этот, только она в размерах немножко больше. Тебе надо было туловище подлиннее нарисовать. Голова слишком большая для твоего туловища. Нет. И место там у тебя еще было. И... Ты боишься, что она к тебе в ванну не поместится? Нет, просто всегда такие рисуют. Так что мне ничего не надо. Мне надо будет в таких штаниках ходить. Так, ну ладно, рисуй. Как джинсы. Знаете, какое лицо я сделала? Да молчи. А что лица-то не видно на твоем рисунке? Все, осталось только вырезать. Разогрызть тапочки. Все, вырезаем. Ну, вырезай. Вот я вырезала мою куколку. Модняшка, да, получилась? Да. В модных сапожках. Да. Это джинсы вот такие. Ладно, примерим сначала курточку. Я буду не мерить, проверять, подошло мне или нет. Сейчас я вам буду показывать. Вот моя кофточка. Думаю, она подходит. Угу.
Да, как раз есть. Но то у меня была маленькая. Давайте теперь ночнушка такая. На разными, потому что я сделала так. Ну, тоже отлично. А то она была очень большая. Но это она потолстее. Немножко вылазит. Я думаю, она под одеялку подойдет. Только спрятать. Еще у меня есть кофточка такая вот, синенькая. Сейчас я тоже покажу и будем делать. Она будет смотреться вот так. Ну, не дай. У меня юбочка потерялась где-то. Джинсом она нормально смотрится. Ну, лучше вот. И платьишко. Обычное платьишко. Бедненькое. Такое. Все, вот. Смотрится. Все, я думаю сделать улицу. Там, где они будут играть. Куда мой домик? Вот, вот играть. На площадке играть. Да. И, конечно же, у меня будет снег. Будем купать нашу куклу. В джинсах купать ее будем. Да. А я пока буду делать снег. Тут я нарисую такой, как вот такие вот лесенки. Сейчас нарисую. И покажу. Вот. Вот так вот. Это же похоже на лесенки. Так. Кто-то стоит в дом. Вот. Чей дом? И ее дом. Ванна, это такой бок. Чего такие неровные окна и потому дом? Потому что у меня тут стоит холодильник, и из-за этого у меня получилось не так. Мешает рисовать, да? Ну ладно, он издали кажется ровный, да? Близко чуть-чуть кривенький. Я так зарисую. Я тоже с Камилой рисую, только на планшете. А что ты там нарисовала? Зайчика. Молодец. Вот ты. Только зайчик. Ох, какой красивый получился зайчик у тебя. Ну, я не красиво нарисовала, немножко. Угу. Вот. Тут дверь. А мама сбоку. И она ее любимого цвета. Вот так получилось, я немножко исправила кривой. Опять я люблю цвет. Возьму так. То, что я выбрала, я люблю. И фиолетовый. Нет. Возьму, возьму желтый. Тут стоял, тут стоял. Отлично. Вот у нее дом, как соломенный. Тут она спускается. Нет, она у меня будет лето. И я хочу лето. Тут у меня будет травка. Вот такая вот травка. Я рисую просто обычную травку. Зеленым цветом. Да. Я рисую только фломастерами и ручки. Ручки дают надежду. Что с ней делать на улице? Солнышко обязательно. И нельзя. У меня розовый зайчик будет. Вот так вот получилось. Да. Я думаю, что сначала у меня будет как мини такая площадка. Там, где можно ей погулять. Например, сделаем горку. И качели. Я рисовать горки. Но я вот так ее нарисую. Вот такая горочка получилась. Ну как вам горочка? Красивая.
И обязательно перила, чтобы не упасть. Оно тоже боком стоит. То есть мне еще качели надо. Ну, думаю, качели сейчас я обрисую. Это все мои любимые. Так, я возьму оранжевые качели. Я на входе, не прям возле дома. Будет. Вот так вот. Толстенькие штучки. Вот такая вот штучка. И я сейчас нарисую веревочки. Ручкой. И желтым. Нет. Качелька. Вот она. Качеля. И она вот типа раскатывается. Ветер такой. Вот. И давайте поставим нашу росовочку. Нет. Ей больше падает с горки. Видите? А вот это мама всех их. Больше горки. Ну, я до солнца достану. Следующая у нас стороночка будет. Это автобус. Или не автобус. Нет, это не автобус, это самолет. Да. Почему же самолет? Наверное, в Египет полетят, да? Да. Не, летом можно и в Турцию слетать поближе. И, кстати, можно, как там? Если когда зима, можно, Карпаты поехать. В Карпаты можно, правильно. Ты ездила зимой в Карпаты? Да. Классно было, да? А теперь зимой ты куда хочешь лететь? В Турцию. Нет. А куда? В Египет. В Турцию летом. Это было похоже на самолет? Похоже. Ну, конечно же, все похоже. И вот так она улетает. Тут она сидит такая. Улыбается. Где все? Где родители? Ну, она же уже большая. Да. Вот что у меня получилось. Осталось только солнышко, и все отлично. Ну, не столько солнышко, и разбитые облака. Парашют можно сделать. Я что же. И вот. Куда же девочка наша приехала? Конечно же, на море. Без никого, только одна. Вот и до моря тут начинается. Песочек. Ой, кстати, посмотрите наше путешествие там, где море. Очень много чего. И мы там снимали видео. Да. Да. Похоже на утку. Да. Вот. И тогда у нее дома вот такое вот маленькое солнышко. Теперь у нас вот такое тут на море будет солнышко. Чтоб светлее. Вот такое было, стало такое на море. Оно посветлело еще сильнее. Да. Не только посветлело, еще и горячее стало там. Угу. Горячие страны. Горячие страны. Ой, что у нас поломалось. Вот, я такой сделала домик. Но это еще не конец, я потом доделаю. Всем пока. Подписывайтесь на мой наш канал. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Нажмите на красную кнопочку и на колокольчик. Будет выходить новое видео на мгновение. Пока-пока. Смотрите другие видео. Да-да-да. Пока-пока. Пока.